расстрелять. Фантазер, ты меня называла, ла-ла-ла-ла-ла, ну ты понял. Эй, давно мечтаешь о редких предметах Dota 2? Это место создано для тебя. На SGM Luck реально выбить аркану за 19 рублей. Свежие Immortal предметы за 9 или Dota Plus за 6. Получи 15 рублей при регистрации и открой 2 фармкейса. Абсолютно бесплатно. Такое? Но только на SGM Luck. Ссылка в описании. Похуй, снайпер. Просили снайпера, ловите в первой игре деда с ружьем. Ох, блядь. Не, реально, скоро больница уже, блядь, рядом, я чувствую. Я скоро отъеду. Блядь, там и ВР-ку взяли, и фантомку, мне пизда. Здорово, стрейк. Вчера сдал направо. Поздравь мои меня, поздравления, Тошка, расскажи, красавчик. Как ты сдавал. Есть что я уже рассказывал. Рассказать. Да, меня первый раз дед Тошка, подъебал на Волге. Я со второго раза сдал. Я со второго раза сдал, особой истории нету. В первый раз меня просто дед подъебал на Волге, дебил. И я с первого раза не сдал. Со второго все было изи. Вот и все. Соси, рак. Блять, даже стрим-снайп типу не помогает, блять. Тупо за стрим-снайпил, петушиная голова. Спалил, где у меня вард находится, и все равно сфидил. У, сука, рак. Ну что такое, Вася? Стрим-снайп. Стрим-снайп, чешо. Так, 6-й левел у Верки. Сейчас будет выебываться, наверное. Давай, лови, лови. Сосать, стрим-снайпер. Задушили лоха. Как пса завалили. Реген, возьми, или он. Братишка! Шайна нет. Бать, вы ненормальные. О, все пизды получили. Собирайся, шмотки проваливай! Мои мозги в дребезги! Под тобой какое-то палево! Хорош. Блядский рот. Нормально, нормально, шапнель решает. Это все было неправильно. Ну ёбовый, блядь, перестань меня трогать. В стакане я вижу тебя настоящую. Такая бесплатная эпоха, тебя остальное бесящее. Ты же лети домой. Все будет окей. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красива. Иди сюда. Мы танцуем. Блядь, пиздец. Расстрелять! Шрайн есть. Тут ВРК идет, смотрите. Возьму все равно еще одну дудку. Мом оставлю, еще потом бабочку сделаю. Сейчас неохота разбирать мом, потому что скорость атаки сразу очень сильно просядет. То есть она у меня неплохая без мома, но с момом я вообще буду разваливать очень жестко. Хорошо. Бедная ВРК. Бедный Зев с ульту проебал. Не, ВР-ку жалко, он меня так за... он за стрим снайпил, он так старался. Вот тебе везет, я тебе отвечаю. Это в казино. Ебать. Там чувак на ВР-ке просто бедолага. И варды мои спалил, и сбил их. И ВР-ку галаст пик взял, контрпикнул снайпера. Но все равно, сука, не везение у пацана какое-то. Это карма. Что такое, брат? Так, я бы вообще, если бы сейчас я знал, что там нет стрим снайперов, я Брошана пошел убил, но... Я ж понимаю, что за мной следят, потому что я сам немножечко охуел. Ай, Зевс, такой наивный придурок. Я так и знал, у нас тут спектры радик уже. Да нет, тут легкий ГГ. Легчайший ГГ вообще. Есть. СБ. Уходите. Я ушел, ребят. Нормально, мы их уже на шрайне вот месим. Парни. Уже тупо на шрайне месим. Братан. Дай совет. Тёлка гиперсексуальная чересчур. Хочет меня везде, всегда. В метро чуть не отсосала мне. Мне все нравится.
Но я БЛ в доту не могу спокойно играть, ЛП получил. А ей похуй. 2 часа дня из дома не выходил. Что делать? Разговоры не помогают. Ее заводит это, и мы next палку идем. Спасибо за донат. Найди себе друга, который чуть что будет готов тебя заменить. Понял? Или батю позови. А еще есть такая песня охуенная. Я тебе посоветую. Посоветую эту песню включить. Там это как-то, знаешь, типа... Фантазер, ты меня называла, ла-ла-ла-ла-ла, ну ты понял. Послушай эту песню, и в любом случае станет легче. И не вопрос после стоит стрима. Стоит ли покупать распишусь. Или бустить аккаунт, если играешь только на саппортах? Нет смысла. Ну как тебе сказать, нет смысла, опять же. Если ты не можешь выйти из определенного рейта на саппорте, то если ты его поднимешь, если его забустят, будет легче. У тебя коры будут что-то понимать. Но опять же, я не знаю. Смысла нету. Ты либо сам выходишь на саппорте. Хотя, с другой стороны, опять же, саппорт, сам понимаешь, какая роль, выйти сложно. Но... Опять же, все зависит от того, до какого рейта ты хочешь бустить. Если ты хочешь с 1000 рейта до 2000 бустить на саппорте, то разницы ты не заметишь. Что на 1000 рейта, что на 2000 рейта у тебя коры будут одинаково играть, понимаешь? Если ты имеешь в виду буст там с 1000 до 4000, то разница уже будет. Но опять же, сам понимаешь. Смотри сам, братиш, вот не знаю, что тебе посоветовать. Если есть деньги и не жалко, то пробусти. Если денег нету, то лучше сам. Потому что я считаю, что как бы либо бустить на саппорте 1002-3 рейта, то да. Если бустить 1000, то разницы не будет. Альто, альто. Это хорошо было, да беду. Под аккорды дождя, счастливый конец. И счастливый конец. Как пса. Я к тебе приходил, и в мороз. Погромче, конечно. Здорово, братишка. Рад тебя видеть в добром здравии, как отметил. Теперь к главному, если я увижу сегодня пчел. Но я отвечаю на свои дырявые трусы, я пойду и спалю нахуй пасеку своего деда. Лично каждую пчелу захуярю лопатой. Уже крыша нахуй едет от пчел. Будем вместе лечиться. Чмокаю няшу на стрель. Пчелы уже сегодня были, братан. Пчелы уже сегодня одни были, и у нас лимит еще 2. 2 пчелы за сегодня можно услышать, дальше буду скипать. Я отвечу сейчас на донаты, ребят, секунду. Тут просто играет замечательный трек, и игра идет к своему логическому, подходит. К своему логическому завершению, мы уже заканчиваем. Я всем отвечу, перечитаю. Девать, чисто если снайпера вот так на фрифарм оставить, это просто пиздец. 300 крипов, медасик, который кдшится 67,5. И сегодня с другим, кидаясь тебе, и земные мечты, и земные... Все, гоу по миду в трон, ребят. Там даже спектравым капель. Что же с нежностью ты смотришь в прошлое вновь? За говно его. Что она надеялась? Чё, голос ещё на next? Парни, next с вами можно? Бля, всегда бы ты ставил такую музыку, да беду. Стрей, привет. Здорово. Первый раз задонатил тебе. И вот вопрос. Как мне играть на мипому рейтинг 1600? По форму все хорошо. Контролю для своего рейтинга отлично.
но не знаю, как реализовывать фарм. Спасибо за ответ. Сейчас, секунду. Иди сюда. Спасибо за игру. Спасибо, пацаны. Да. Не, какой-то дурак на стрим-снайпере на VR-ке попался. Чисто, блядь. Вообще, такой наглый. Больше всего, типа... удивляют такие наглые стрим-снайперы. То есть он сразу идет на точку, куда я ставлю вард, прогоняет меня оттуда и палит на стриме, куда я ставлю вард свой. И сразу же несет центрик и сбивает его. И на ласт пик, 10-м пиком берет ВР-ку. Ладно, 8-м. После меня. То есть такой наивный дурачок.